Движение по Трофимовскому мосту открылось в минувший понедельник. Однако работы на объекте не завершены. Официальный срок окончания в декабре. До конца не заасфальтированы пешеходные дорожки, не восстановлено троллейбусное движение по мосту, не доделан и пешеходный спуск на Шахурдина. Самое опасное место здесь – вот этот проем в шахту будущего лифта. Но самих местных жителей недоделки не смущают. А вы уже пользовались этим мостом? Да, мы ходили, да. Мы еще ходили, когда же путь закрыли. Удобно подниматься вот на этом? Да. Удобно, да? Немножко было страшно, потому что мы поднимались, без перил еще было. А сейчас хорошо, да. А это улица Панфилова, где неприятный сюрприз ждет уже автомобилистов. На период проведения работ здесь установили знак, разрешающий движение только прямо. Мост открыли, а вот знак по саратовской традиции убрать забыли. Дилемму ехать в объезд или нарушать люди решают просто. Нарушают. И так уже третьи сутки. Справедливости ради отметим, что временный знак обещали убрать сегодня, но еще в обед он висел на прежнем месте.